18 августа, вот сегодня каждое утро прихожу на Камогориху, это пруд такой, лагерный называется, и вот все туман, солнце восходит, вот какое, я тут рыбачу, сегодня что-то немного попалось, вот эта деревня, как она стоит, это вот наш исторический музей, бывший лагерь. Все в тумане. Вот в городе что ты это увидишь? Ничего не увидишь. Рано утром летают грачи, уже просят вороны пищу у Бога. Вот. Это вот плотина как раз по ней. Ходили. Вот ображение какое. Тут вот мое место рыбалки. Косая крапива. Такой вот берег. Смотришь, андатра плывет, люпает. Иногда бобры проплывут. Такое место. А воду сильно подняли, и березки вокруг стояли. Тут две-три засохли сразу. Они не любят много воды. Но тут ничего не сделаешь. А это чтобы видно было, где и как. У меня вместо поплавка бутылка. Бутылка. Я поднимаю. Ну, кто-то был бы, снимал. Тут видно было как. Ну, уже я показывал. Ряску ветром разнесло по всему полю. Такое дело. Сколько здесь радости, благодати Божией. Везде паутина. Паутина, паутина, паутина. За ночь он даже повернуться негде. Все паутина. Ну, поневоле разрываешь, проходишь. Вот я на одном месте стою и показываю. Показываю. У меня вот тут велосипед. Рыбы немного сегодня совсем, а то полное ведро. Полное ведро сразу. Все, гольяшек небольшой. Вот уже 7 часов утра. Я с рыбалки возвращаюсь. Вот видно, где солнышко. Большие это поля. Это рядом от Оглушковского. Тут как не переулок, а как назвать? Ну, место. А это вот столбы идут, бывший наш лагерь, ставший музеем, комплексом для бедных лагерей, на которые восстают недруги. Уничтожить память даже. Вот злодействуют злодеи злодейски. А это вот все туман, откуда я сейчас возвращаюсь. А там видно стоит крест, вот какой высоте. В тумане его плохо видно, но все же видно. Видите, сколько разнообразия у верующих. У неверующих ничего этого нету. Окурок один остается и все. Под ногами. Где попало брошено. Вот деревья какие. Ой-ой-ой-ой. Это надо мной. А дальше там все туман. Не видно там лес. Новозоринский. Нету. Ничего не видать. Это вот столбы к нам в лагерь идут. Бывший в музее теперь. Вот. Какая красота. Тут вот коров как раз выгоняет из деревни. Посюда. Это я с рыбалки вернулся. Залез на голубятню. А там видно, поезд идет. Это прямо против нас. Километра два, если напрямую до линии вести. Вот он идет, поезд. Везут. Там туман на поле, также видать. 18-е сегодня. Завтра преображение будет, путч отметят в 91-м году.
17 лет назад, как будто еще не было. Все, другая власть, другие задачи стоят. Ну еще мои голуби, а? Как вы тут? Вот они, это малышня. Ну, а, услыхали мой голос, чтобы я им что-то дал, а? Ну, ой, 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 ой. Вот у меня на полу ведро с этими, с гальянами, сейчас пойду. А то голуби разные породы. И там уже полетали они сегодня, вот они. Что я? Папа, вот, видите, сколько радости у человека может быть. Вот здесь вот они, это у меня банки, 12 банок, кажется, с водой по 5 литров. Много воды идет. Вот, а это из Барнаула привезенный голубь. Тоже из Барнаула. Еще делает, выкручивается. Алло, какой у него. Он коричневый. Лапки такие. Перышки лопает. А эти все за ним идут туда. Молодняк на полу. Ну а тут у меня гнездышки. Вот они в гнездышках сидят. Ой-ой-ой, голуби, голуби. Дальше другие гнездышки сидят тут. Два гнезда, там третий тоже в гнездочке шевелится. Ну и здесь тоже в гнездышках сидят. Вот показать хочу, как у меня банки, воды наливаю. Здесь доска, на которой утром я насыпаю тут молодняк. Вот и старые-то обижают их. Сильные голуби. Вот тут пшеница. Вот тут рядом баночка запасная. Вот я ее тут сразу насыпаю. Сейчас туда не налетят. Сейчас я им подключу. Это я все рыбалку как бы продолжаю. Гули, 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 гули. Ну, давайте. Один если слетит, тогда и все. Гули, 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 гули. Все. Один слетел рядышком. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Это тоже большой. Вот он слетел. Породу назвать не могу даже. Вот он. Гули, гули, это Кошкин дал мне. Борис Владимирович. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Вон они с улицы там залазят. Это на облете были вот это отверстие. Гули, 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 гули. Давайте сюда, заходите. Вот пить пошли, это, наверное, налить будет. Черный тоже с гребешком. Шивальщик у него. Гули, 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 гули.
Вот он как танцует. Ой. Гули, 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 гули. Ну где вы? Ну-ка. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Вот общица там. Давайте. Давайте. Гули, 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 гули. Что-то не очень так это активно. Да. Пшеница все время насыпанная. Ой, гули, 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 гули. Гули, 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 гули. А те там свой табор устроили. Отдельно. Молодняк. Кучка вторая кучкуется. Что-то там находят. Гули, 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 гули. Вот они мои хорошие. Ой, ой. Пить надо им. Налить побольше воды. Ну, давайте. Лохмоногие стоят. Ну, что такое? Что такое у вас тут? Ну? Гули, 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 гули. Давайте, гули, 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 гули. Ай, та, там пыль подняли. Ну. А эти тут главные кормушки. Такой. Сами по себе отдельно. А на земле это отдельно. Знаешь, насколько групп разбились. А этот-то пузырь надулся. Вот он как, ухаживает за ней. А я им эти длинные-то всегда отстригал. Они ходить не могут, запинаются. Бывают перья, как в крыльях большие. Урод. Уродливый. Ну вот, а тот там крутится. Перед гнездом загнал голубку, и теперь он перед ней. Ой, а любовь какая. Это у меня песок, глина и соль, ящик. Сюда, тут ухода небольшого. Все время дерутся. Все на этом. Перышки надо разгладить им. Посмотреть. Прихорашивается. Ко мне тут идет один. Ну что, все, однако, показал я вас. Голубь. Вот утром рыбалка, вернулся голубь. Сейчас схожу вниз, своя работа. В городе все чужое. Здесь все, каждая палочка, все своя. Там у меня стоят тюрики, называю. По два почти мешка входит. Ну, небольшие мешки. Вот сколько их, с пшеницей набитые. Так, ну, черпаю отсюда.